Самое главное в работе пожарных – это скорость. Всегда необходимо, чтобы они могли вовремя прибыть на место возгорания. От этого зависит жизнь людей. Однако не всегда они могут подъехать к горящему дому. Поэтому закон регламентирует ряд требований к содержанию проездов в дворовые территории. С 1 января 2021 года в силу вступили новые правила противопожарного режима. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов – это требования пожарной безопасности к содержанию дорог и подъездов. С повышением уровня автомобилизации населения появилась недостаточность парковочного пространства на прилегающих к жилым домам территориях, что побудило людей устанавливать шлагбаумы, ворота и другие устройства, препятствующие свободному проезду специальной техники. Своевременно прибывшие пожарные подразделения, как мы знаем, повышают шансы на спасение попавших в беду людей. Во время своей работы пожарные порой сталкиваются с ситуациями, когда ворота или шлагбаум, ведущие во двор, закрыты, что мешает проезду. Однако есть несколько способов, как решить эту проблему. Законодателям предложено три варианта решения так называемой шлагбаумной проблемы. Первый – это сопряжение систем противопожарной защиты объектов со шлагбаумами. Ну, иными словами, при срабатывании пожарной сигнализации шлагбаумы должны открываться автоматически. Второе – это круглосуточное дежурство рядом с местом установки шлагбаума. Грубо говоря, либо консьерж, либо охрана, которые в случае возникновения пожара при приезде пожарно-спасательной техники могли бы вручную открыть незамедлительно этот шлагбаум. И третье – это дистанционное открытие. При этом устройство шлагбаума должно быть оборудовано аудио- и видеосвязью для связи с диспетчерским пунктом. Сотрудники пожарной охраны, отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с госавтоинспекцией провели рейд по нескольким локациям в черте города Раменска. Мы проедем по дворам, оборудованным шлагбаумными системами, чтобы проверить, насколько быстро мы сможем проникнуть во двор. Также мы проверим, насколько могут машины пожарные беспрепятственно передвигаться. Результаты рейда наглядно показали, что обилие припаркованных во дворах машин создает проблемы проезду пожарных автомобилей. Произошло взаимодействие с отделом надзорной деятельности. Проведен рейд по дворам, куда мало можно попасть пожарному автомобилю, потому что паркуются очень громоздко и узко. Пожарный автомобиль, особенно в зимнее время, проехать очень сложно. Так что, уважаемые жители, будьте благоразумнее, ставьте автомобили как положено и паркуйтесь правильно. Сергей Дружинин и Антон Карташов для программы «Городские вести».